челябинцев в эти выходные защитят от гриппа. В столице Южного Урала пройдет масштабная бесплатная вакцинация. Привиться смогут 300 тысяч человек. Поставить вакцину 23 сентября в субботу можно будет в трех торгово-развлекательных комплексах «Куба», «Горки» и «Алмаз». Медики будут работать с 11 утра до 5 часов вечера. Желающим пройти процедуру при себе нужно иметь паспорт. Полис не обязателен. Вакцинировать будут только взрослых. У нас очень часто поступают такие жалобы и предложения, что работающее население не успевает в часы работы поликлиники, кому-то неудобно, кто-то уже забрал детей из садика и неохота бежать с ними в поликлинику. Так вот, для удобства людей, для большей доступности вакцинации и для улучшения охвата вакцинации и создания иммунной прослойки и будет проводиться данная акция. Использовать будут вакцину отечественного производства. Ее купили на средства из федерального бюджета. Препарат уже модифицирован, будет защищать от новых штаммов вируса, распространенных в этом году. В случае, если все 300 тысяч ампул потратят до завершения акции, из областного аптечного склада привезут дополнительную партию.